Всем привет, с вами Сусанин, и это продолжение эпопеи с передними подкрылками. После того, как мы это все зачистили, почистили, выгребли оттуда. Целый мезозойский период можно рассматривать, там ученым отнести. Мы после этого всего должны будем заехать обязательно на моечку. Вот, я там прихватил вот тему тут. Гаечкой, так сказать, пластиковой, чтобы подкрылок не дергался. Брызговик я не ставлю. Сейчас покажу почему. Ну, во-первых, потому что нужно обязательно помыть это все. То есть отодвинуть брызговик, пшикнуть туда водичкой как следует, пусть оно повымывает эту всю какашку. Пшикнуть сверху. Вот здесь у нас идет кровосток. Вот там вот в крыло. Сейчас пальцем тыкну. Нет, не тыкну. Пальцы маленькие. Вон там вот. То есть дырочка такая, отверстие технологическое, в которое это все будет стекать. И стекать оно будет вниз. Не в салон, а вниз. Под брызговик. Там специальные в крыле отверстия внизу есть. Если они не забиты, то будет все красиво. В другом видео можете посмотреть, в моем тоже у меня на канале будет. Может, ссылочку даже прикреплю, если не забуду. Сейчас я вам возьму, секундочку, свет далекий. Все началось с того, что влажный коврик у нас тут был. Видим, да, потеки? Вот эти потеки. Так, ну айфон. Фокус. Опа. Куда ушел? Куда уходит фокус? В какие города? О! Все, отлично. Вот у нас герметик. Вот там вот в герметике образовалась дырочка. И вот это вот, видите, она не просто водичка, а грязная водичка. Все текло к нам под коврик. И потом мы удивляемся, откуда у нас ржавчинки появляются. Не ржавчинки, а... как сказать? В общем, не гниль, а такие очаги ржавчины. В том числе вот здесь вот я обработал антикором, антисиликоном и пшикнул баллончиком, чтобы все красиво было. Здесь вот закисает в том числе, то есть вот эти вот штуки, они все прямо вот закисли и не работали. То есть оно, грубо говоря, если не часто пользуешься открытием багажника, и там ржавчинки, то же самое вот с той стороны. То есть первый признак того, что у вас здесь влага под ковриком, то это именно вот такой вот формат будет. Так, и здесь был шумка, она такая, как минвата. Но минвата она... Хотя она тоже влагу впитывает. В общем, такая вот шумка была. Я отсюда ее вытащил, выкинул. И, в принципе, посмотрю, если у меня будет возможность. Я положу какой-то кусочек, чтобы тут был здесь. Вот. Шумоизоляция, в принципе, нужна в машине. Без нее сильно шумно. К чему я это все вел? У нас остается момент с брызговиками. Брызговики у нас я купил не оригинальные, так как смысла переплачивать я особо не вижу. Хотя номер тут есть, может, он и оригинальный. 96-303-235. Загуглите, потом скажите мне в комментариях, оригинал, не оригинал. Вот, так вот, оригинальный, он идет с двумя отверстиями внутри, для того, чтобы вода, когда течет, видим, да? А даже по брызговику видно. В эти отверстия вода стекает, чуть-чуть грязи осталось, и она там не скапливается. Вот в этом брызговике тут отверстий нету. Соответственно, нужно будет просверлить две дырочки, и будет несчастье. Поставим, будет красиво, чинно, благородно. О, да вы что?
Новая машина, сэр. Новая. Нулячая. Немного, ну что-то как-то не становится прям так же. Возможно, я чего-то не знаю. Ой, а, не, все стало. Просто надо прижать. Так, все. Погнали дальше. Погнали в новое видео. Гоу! Всем привет, с вами Сусани. И это была первая часть того, что мы сделали. Серию обязательно прикреплю и ссылочку дам. Посмотрите первую часть. Вторая часть у нас с другой стороны, естественно. Смотрим. Чтобы вы не думали, что вы с одной стороны почистили, а с другой ничего не забивается. Тут немного меньше, но это все есть. Все то же самое. Открыли, отвинтили, в сторону отвели. И видим вот такую вот компактный кусок грязи. Берем специально обученный инструмент. Специально обученного человека. И начинаем работать. Аккуратно, не повреждаем при этом краску, для того, чтобы это все не... повредилось. Кстати, кто знает, что это такое? Вот это вот. Лабуда. Лабуда от Будда. Зачем? Зачем эта лодочка нам нужна вот там вот? Внутри, то обязательно, конечно же, расскажите мне. Все, она там внутри стояла и помогала. Ой, это же моя рука. Вот так вот оно все выглядит. Видим, да? Вот это вот сверху у нас там мусор такой, а все остальное у нас вот в таком вот, в такой грязючке. Мы это все берем аккуратно и вычищаем. Вычищаем, а потом уже будем вымывать. В принципе, можно это и заехать было на мойку вымыть, но так как я люблю все делать тщательно, да и видео как бы получится более качественно, так как вы увидите, какие объемы земли, песка, грязи находятся у вас под крылочкой. Все, выковыриваем все. И завершающий кусочек потом покажу. Все, погнали, переходик. Как говорится, жоп дан. Такая небольшая кучка с правой стороны накакала у нас, и вторая кучка с левой стороны, она побольше раза в два. Так, на видео я там вам показал такую приблуду, которая выпала, это пенопласт или что-то такое в кожаной оплетке, то он находится в крыле с самого верха до самого низу. Я его просто туда запнул, и оно вот так вот стало вдоль крыла. Это для того, чтобы весь мусор, который идет, в крыло туда не выпадал, а вот так по крылу выходил и вниз туда, в подкрылок. Все, теперь на мойку и ставим брызговички. Такое вот коротенькое видео получилось. Так что ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Что интересного еще можно поковырять в ламосе. Все, всем удачи, пока-пока. С вами был Сусани. А, и лайки, колокольчики, там все дела. Ну, вы поняли.